Ребят, всем привет, приветствую вас на канале Planet Home. Ну что, точнее нет, доброе утро, ребят. Всем привет, приветствую вас на канале Planet Home. У нас, как всегда, 6 утра. И мы вот так вот выходим с балкончика, спускаемся и погнали к нашему трактору. Пойдемте посмотрим, что у нас там будет сейчас по нашим заданиям. Кстати, ребята, здесь выходит у нас в игре, я уже заметил, ни один хотфикс, ни один патч. Все достаточно нормально работает и никаких претензий и проблем пока что нету. Ну, в плане того, что, то есть, разрабы, конечно, пока все дело пилят и доделывают. Ну, кому интересны все эти моменты и тонкости, что меняется, вы можете, в принципе, через Steam это все дело посмотреть. Но фиксов достаточно много там выходит. Так, давайте, что ж, я думаю, наверное, эту штуку мы сейчас с вами уберем. Где-нибудь вот здесь, наверное, поставим ее пока временно. Да, хотя нет, тут давайте поставим. Блин, нам вообще местечко бы найти, где мы могли все это дело складировать. И чтобы нам это все очень сильно не мешало. Может, где-нибудь вот здесь пока поставлю, да, попробуем. Так, что... А, наверное, тебя опустить надо, да? Во, оцепили. Погнали. Так, у нас тут есть вид из кабины, можно. Вид из кабины, можно и так это назвать, да. Что-то похоже на быка такого у нас. Так, стоп. Не-не-не, давайте, ну, зацепимся лучше по-нормальному. Так. Стоп. О. Так, ну, поднимаем ее, да? Отлично, подняли. И куда нам надо ехать? Блин, что, обратно к этой бабе, что ли? Серьезно? О, блин. То есть, походу, короче, она... Она от нас так просто не отстанет. Ну ладно, поехали, попробуем посмотреть, что у нас из этого всего дела выйдет. Эть-эть-эть. Давай, дружище, забирайся наш оловянный солдатик. Так, и где это у нас находится? Где-то заезд у нас, по-моему, был. Вот тут, да? Не заденем ничем? Вроде нет, все нормальненько. Погнали. Слушай, а прикольно, да, такое? От тепла сделано испарение. Блин, еще и дождик, ну вообще пипец. Всю малину испортит. Так у нас можно, наверное, работать в горде, да? Так. Где там поле там? Вон оно у нас. А, ребята, я больше, как в прошлой серии, бедокурить не буду. Я буду ровненько вперед-назад, лево-право. То только так, я уже понял. Да, это было трешовое у нас такое вспахивание поля. Но, как говорится, по чуть-чуть, немножечко поустраиваем безумие, как говорится. Так, да, обратно мы сейчас, получается, вернулись. И давайте тогда сразу же приступим к работе. Так, сейчас попробуем, у нас она насколько опустится. И погнали. Да, это боль. Это боль, ребята. Это просто боль. Конечно, можно так пробовать делать, но нифига. А, нет, ну слушай, ну постоянно вращать только разве что. Кстати, ребята, напишите в комментариях, как вам интереснее будет, что, если серии будут выходить. В плане того, если будет вид из кабины сделан или вид лучше от третьего лица. Не ориентируйтесь на то, как будет именно мне удобнее. Я спокойно отношусь и к такому моменту, и к такому. Потому что здесь можно, в принципе, спокойно контролировать весь просев. Блин, я хочу другой трактор, если честно. Этот какой-то, мне кажется, ну совсем пипец. Это какое-то издевательство. Спасибо деду, конечно, за победу на нее не наклеишь, но... И сказать спасибо деду тебе за трактор тоже не наклеишь. Поэтому такое у нас. Так, ну-ка сидеть. Сейчас посмотрим, как вид из кабины у нас будет, и если контролировать. Сейчас как-то вот сюда нам надо, да? Мне кажется, у нас это больше велосипед, если честно, нежели трактор. Маленький дьяволенок такой. Слушай, а ну-ка давай-ка сверху включим. Ну да, немножечко прокосипорил, надо правее, ой, левее точнее здесь. Не, у него колесо в колею попадает, как бы здесь это очень сильно ощущается, вот прямо вот в таком моменте. Так, ну-ка. Так, поднимаем эту штуку. Сейчас мы это, я не помню, как ее зовут, но мы сейчас ей это все сделаем прям по фэншую. Это будет самая лучшая подготовка к поле к засеву. Все хорошо же, да, все отлично. Неудобно, конечно, у этого трактора, то, что у него одно колесо, ну, спереди колесо, да, такое, он как маленький самолет такой, на самом деле у нас. И сейчас ей все выровняем, все подготовим. Так, отлично, погнали вот сюда. А с другой стороны, может быть, и надо как раз-таки нам было в эту колею входить. Мы как раз-таки в ней и контролируем все это дело более-менее четко. Видите? С
сори. Вот так вот надо. Давай. Подняли. Так, давайте поменяем вид обратно, сделаем такой, чтобы могли понять, как нам интереснее смотреть, так или так все-таки. Мне очень важно, что вы напишете на самом деле. Боже, а вот здесь что-то какая-то у нас жопа жопская. О, серьезно? Это сейчас будет напоминать мне Спинтайрес, походу, игру, да? А вот так вот мы заехали, обратно опускаем. Вот так вот. Конечно, небольшие проплешины остаются, но... Здесь, конечно, только мой косяк только из-за того, что как я это все делал в прошлой серии. Я бы какой-нибудь дождевичок бы одел, блин, с этой кепки, блин. Он в этой, самое что интересное, в этой одежде. Он что спит, что ест, что пьет, что... Короче, сексом, походу, будет с ней заниматься. Но мы же здесь будем сами все-таки семью, ребята, делать. Так-то, я думаю, это, наверное, самый интересный момент. Кто-то уже даже, помню, писал о том, будет ли показан сам тот момент. Блин, думаю, что нет. Думаешь, нет. Здесь персонажи настолько топорные, что у них сразу все появится, как буратины, знаете, вот так. Настругали и все. Нет, слушай, а более-менее неплохо, кстати, идем. Реально более-менее неплохо. Очень. Бабуля наша это будет довольна. А, кстати, здесь тот не бабуля, здесь, по-моему, девушка, да, такая. А у нее цвет кожи забора. Такая коричненькая. Отлично. Слушай, а что у нас, если по топливу? 73%, да? Надо будет на заправку сгонять все-таки. Посмотрите, сколько стоит топливо. Насчет того, что, кстати, я у нее тут все подспер. Да я у нее все сопру, ребята. Я и бизнес, потом у нее тоже мои дома, эти ангары тоже. Это же все, что здесь находится в этой игре, это все потом будет наше. Я так думаю. Я хочу так думать. Потому что за просто так, за красивые глазки, по-любому мне тут это все копать не упало. Отлично, слушай, ну нормально все готовится, более чем. Так, учитывая у нас вон там какой-то кусочек косяк слева, да? Ну ладно. Так, а что у нас такое? А, это по полю информация, понял. Я думал, он мне показывает про трактор наш. Да, конечно, из-за того, что в прошлый раз так нахерачил поле, в прямом смысле нахерачил, очень неудобно ехать. Его постоянно, каждую секунду приходится его выруливать из этого говна. Вот вы даже не представляете, какой здесь микроконтроль идет жесткий. Давай, все поднимаем. Интересно, здесь гидравлика может отказать? Ну, все, осталось чуть-чуть. Кстати, да, по поводу поля, ребята. То, что я проехал по полю насквозь. Вы писали многие о том, что у меня, типа, за момент проезда снимались деньги. Ребята, это были не деньги. Это были, я видел, это были социал поинты. То есть, как бы, если бы деньги снимались, я сразу бы тормознул. А социал поинты, ну, это, типа, некие, короче, некая у нас дополнительная тут валюта. Ну, вот. И которая зарабатывается исключительно из-за репутации, из-за общения с тем или иным персонажем. То есть, в принципе, там мы потеряли сколько там, около меньше тысячи там даже. Это, в принципе, более чем все можно быстро наверстать. Блин, зараза, как его заносит-то, ё-моё. Надеюсь, ее устроит, короче, такой у нас прокос, чтобы, ну, заново не надо было все мелкие точки забивать. На карте. Ой, на карте, на поле, точнее. А, да, у нас начинается, ребята, походу, уже... Так, рыбалка. Ну, я это баба ушла, да, получается, на каблуках. И тоже отвечаю на вопрос, кто-то писал, что пока что только стройка. Ребята, здесь не только стройка, здесь и плантация, и семейные отношения, и следить за едой, и бизнесом заниматься. Здесь не получится сделать так, что только катаешься и выравниваешь эти поля, там, или занимаешься посевами. Здесь придется уделять внимание всему, но и так как все-таки это симулятор, хочется, чтобы здесь все у тебя было по фэн-шуй, поэтому серия по восстановлению, точнее, по доведению до ума нашего с вами дома, где мы с вами живем, заборы и все остальное, это отдельная серия будет, может быть, она, конечно, будет не сверху, но, короче, экстремальная и сверхинтересная, но поболтаем с вами, как всегда, и до конца все доделаем. Я думаю, это надо сделать, поэтому, если... Поддержите, обязательно тыкайте ролику лайкосик. Так, ну все, по-моему, да? Или она все-таки придерется к нам и скажет, типа, давай пятку выбирай. Все.
Отлично, поднимаем эту хрень. Поехали к ней, где она там у нас находится. В смысле, стоп. Так, стоп, давайте посмотрим по карте. Что у нас здесь на... А, поле, то есть мы его сделали, все, задание все, короче, ушли отсюда. Ясно. Так, значит, что у нас получается следующее по квестам есть? По квестам у нас получается есть вот тут и вот тут. Так, а что у нас тут? Кстати, мы хотели с вами до заправки доехать. Где у нас заправка поблизости? Вот тут, да? Теоретически. Я предлагаю сделать следующим образом. Я предлагаю доехать до этой бабули сейчас, отремонтировать у нее все. Ну вот, за денежки, за социал поинт. Нам немножко у нее надо, получается, сделать. А тут заедем на заправку. Как раз здесь дорога у нас есть, да? И на то следующее задание поедем. Пока других квестов у нас нету, поэтому, как говорится, почему нет. Ну давайте да, поставим вот сюда точку. Хотя нет, неправильно. Давайте поставим вот сюда точку. Вот здесь. Чтобы мы могли тут свернуть как раз таки. Так, ну а сейчас поехали на дорогу. Что у нас там? 71%, отлично. Я опять голоден? В смысле? Нет, я еще не очень голоден. Пока все еще пучком. Слушай, а было бы прикольно, если здесь можно было какой-нибудь, боже, подвозить, там, таксовать, что-нибудь типа такого. Параллельно, а сейчас социал поинты бы вообще шикарно заходили. Или какие-нибудь просто денежки дополнительно зарабатывали. Пока что у нас вообще с вами с деньгами трабл. Но вообще никакой прибыли нет. Абсолютно. Нам только, короче, благодарность в виде СП, короче, да, закидывают, ну, сокращенно социал поинты. Вот, только их нам загружают по полной программе, до всякой трихомуди. Где наши деньги? Кстати, надо, я думаю, сейчас насчет, раз мы будем приезжать мимо магазина, тормознуть, может, там, не знаю, пиво ему взять нашему суперработяге или какую-нибудь хрень, там, типа яблока какого-нибудь там или молока. А еще делаем лучше молоко и селедку, посмотрим, насколько здесь у нас 100% симулятор. Быть может, действительно он не бессмертный. Так, мы падаем с большой высоты, как бы ему пофигу. А селедка с молоком, это будет хорошо. Не помню, по-моему, Ник Дестер Ди, братан, да? Ты, по-моему, писал как раз эту тему. Сейчас попробуем все это дело посмотреть. Будем ехать, короче, тут, кстати, лепехи там вообще на полях-то валяются, поэтому будет неудивительно, если эта тема заработает. Тем более, здесь вообще, по сути, получается единственный покупатель. Слушай, а дождик-то неплохо выглядит, капельки такие прям почти натуральные. Ты под козырек стал, дурачок, совсем тебе медленно. Такой, господи. Да. Давай, покажи, что у тебя есть. Выворачивай карманы. Да, без проблем. Так, мне нужно что? Мне нужно молоко. 6 евро. Хорошо, давайте одно возьмем молочко. И возьмем это, что у нас, фиш, томата, соус, нет, просто давай селедку, а нет, арома, ну, может быть, в масле каком-нибудь, не знаю, типа, да. Все, забираем. Так, значит, что у нас по еде сейчас? Ну, пока не совсем и голод, хотя, ради эксперимента давайте. Drink meal и селедки до кучи. Отлично. Просто шикардос. Слушай, а мы можем отрицать? Нет, только так, только во время движения. Пах-пах-пах-пах-пах, как он завелся-то, а? Да. А, вон, все, вижу, короче, поляна, точнее, этих парники нашей бабули. Сейчас мы к ней и заскочим на огонек. Слушай, с другой стороны, может быть, она нам каких-то пирожков там напечет, я не знаю, там, или, может быть, оливьешка. Тема про оливье, кстати, очень зашла. Но, ребята, у нас же сейчас еще скоро новогодние праздники. Это для тех, кто смотрит в момент выпуска серии, плюс-минус пару дней. Они в 2К18, предположим. Или 2К19. Кстати, парни, давайте напишем привет, короче, ради интереса. Привет в 2018. Так просто и пишем. Привет в 2018. Это для тех, кто будет смотреть серию в 2018 году. Значит, это раз. А во-вторых, а кто любит у нас селедку под шубой? Мне кажется, это для новогодних праздников просто идеальная тема. Тем более, шуба, что такое, это очень, скажем так, слово, блин, столько болта. Ох, нифига себе, что у нас тут стоит. Что-то не подсказывает, что я это смогу скоро поиметь, да? Я здесь, походу, буду забирать все барахлишко. Слушай, ну зато первый комбайн будет вообще ништяк. Это что за хрень, я даже без понятия. Это какая-то, наверное, машина пыток. Или что это, я не понял. Нет, я вот, то я понимаю, а это что такое? Может быть, пропахивает землю как-то, я без понятия. Ну, наверное, что-то типа того, да.
А по поводу подшубы, да, очень символичная тема у нас насчет новогодних праздников. Так, давайте, где там у нас задание? У нас задание вот здесь. Fix greenhouse. Так, greenhouse, какой, интересно, вот этот ей надо или вот этот? Бабуля, а тебе какой надо пофиксить? Блин, тебе оба надо пофиксить, что ли, или только вот этот? Хотя, блин, слушай, ну давай, ладно, чё. Чёрт подери. Я не знаю, за что браться, ребята, если честно. За какой? Не хочется на халяву что-то еще сделать. Хотя, может быть, скорее всего, вот этот большой, да, ей нужен. А если, а вдруг и маленький будет надо? Ладно, короче, давайте прибегнем к нашей классической помощнице. Называется это слово считалочка, которая у нас в детском саду была. Она всегда помогала, никогда еще не обламывала. Шишел, мышел, пухнул, вышел. Значит, короче, начинаем с этого, все просто у нас. Так, давайте зайдем внутрь, а то у нас тут, короче, на чебурик на наш льется водичка. Так, работы здесь овер до хера. Да, как, ну хотя, с другой стороны, как овер до хера? В принципе, решаемо все. Относительно быстро, но мы это с вами сделаем, поремонтируем. Ну а что, с другой стороны тоже, что, у нас с вами и ремонт, и покраска, и поля, и семейная жизнь. У нас тут все с вами есть. И еще симулятор выживания, то есть... Кстати, интересно, если мы действительно до критического ситуации донесем голод, что будет? Типа, мы не сможем работать, он скажет, типа, иди поспи или что-нибудь типа того. Не знаю. Кстати, пока что у нас молоко с селедкой на нас никак не подействовало. Ну, вы поняли, да? Никаких звуков у нас не сдается. Ну и тоже. Кстати, с другой стороны, мы могли бы ей тут, по сути, ну, типа, прикормки сделать. Прямо здесь на грядке и накидать. Было бы неплохо. Да. Так, окей, это мы покрасили. Осталось еще... Еще овер до хера. Слушай, а что такая цена маленькая? 100 социал-поинтов. Блин. Может, она чем-то другим расплатится? Может, она на натуре нам даст свой трактор или комбайн? Но, к сожалению, не увидел я этого в названии. Хотя, с другой стороны, ладно, что там поделать. Все равно, это, как я сказал ранее, такой большой симулятор, симулятор всего. А соседям надо помогать, тем более вдруг она нам тоже поможет. Может, у нее внучка какая-нибудь крутая живет, она скоро к нам, типа, к ней приедет, бабушка в деревню. Мы такие, бах, ё-моё, какая принцесса. Поэтому, да, почему тоже как вариант. Единственное, что, может быть, я не буду ей до конца все здесь вылизывать. Блин, как-то это странно прозвучало. Ну, я имею в виду не про бабку и не про ее дочку. Я имею в виду про гараж ее вот этот, да. Видите, у нее со стороны красным не помечается, просто типа ржавчина. Ну, типа вот так ее не буду перекрашивать, вот это все. Вот так наполовину, ну, одну сделаю, а всю ту сторону переделать не буду. Я буду делать только то, что именно она просит, то, что совсем в плачевном состоянии. Ну я сейчас охерею, если мы сейчас сделаем ей эту точку, а ей надо будет получать соседний будет гараж. Это будет тогда первый тот самый момент, когда считалочка нас подвела. Это будет очень, очень, очень плохо. Давай, 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 давай. Вот щелкает он очень медленно. Я надеялся, что он все будет быстрее происходить. Или хотя бы жалко, что нельзя здесь, знаете, там взять, выделить, там, предположим, сразу там 3-4 окна. Предположим, просто стоять и наяривать. Без лишних вот этих движений. Так, это у нас готово. И здесь чуть-чуть осталось. Так, а, ну не совсем еще. Здесь вот тут еще. Может, кстати, гараж сделать, этот самый курятник сделать. Хотя, с другой стороны, сейчас я ее сделаю, а потом у нее появится на это задание, да. И уже мы хрен это сделаем и не получим дополнительных очков. Ну тоже, с одной стороны, неправильно. Ну ладно, давайте да, оставим пока это, думаю, как-то вот так. Как и есть. Отлично. Все. Почти что, да. Так, что у нас там по крыше? Блин, я застрял в стенке. Так, ну что, нам получается надо забраться туда. Нам надо туда забраться. Вот так, отлично. Идь. Где тут у нас подъем? Сейчас сразу краску эту возьму в руку. Блин, а здесь овер до хера. Действительно много надо будет сделать. Ну ладно. Она же там, по-моему, внутри тоже прокрашивается сразу же, да, автоматически? Да, вон одна сторона прокрасилась. Ну и это хорошо. И это хорошо. Блин, надо что-нибудь посеять на самом деле.
Блин, вообще, кстати, вот чего нам не хватает, это реально лейки. Ну, у нас есть помидоры. Блин, надо, дождик же идет. Наверное, надо было открыть окна, короче, да, в парнике. Тогда бы их полил бы дождик, с одной стороны. С другой стороны, надо где-то купить лейку, чтобы мы могли спокойно это все дело заполивать. А то они там просто, мы их посадили, а толку никакого нет. Уже сколько прошло дней, они ни вверх, ни вниз, никуда не проросли вообще. Абсолютно никуда. Да. Сомнительные у нас пока посевы идут, но... Так, ну давайте попробуем здесь теперь. Что-то мне, короче, что-то подсказывает, что у нас эта бабка сейчас... точнее, что моя считалочка меня сейчас подведет, а бабка у нас сейчас заставит еще делать соседний, короче, ей ангар. Так, ну ладно. Что поделать? Дружба, говорится, она такая. Так. Ну, в смысле, дружба с соседями, я про это имею в виду. Отлично. Жалко, конечно, то, что окно не целиком проходит. Видите, эти маленькие створки, это открываются. Их надо отдельно, получается, пробивать. Ну, давайте, наверное, вот так сначала. Большие все проделаем, да? Потом мелочью займемся. Так. Так, а стоп. А, вот здесь у нас достались. Ну, пожалуйста, бабуля, не разочаруй меня. Не разочаруй. Так, все это готово. Осталось вот здесь. Вот здесь это сделать. А здесь много, видите, уходит краски у нас. Очень много. Отлично. А, ну давайте насквозь пройдем. Доделаем вот здесь последний кусочек. Ну, себе-то, естественно, мы делали нормально. Но вот бабки, конечно, можно и схалтурить будет. Ну что, все. Ну вот и схалтурили, короче. Получается, не тот мы ангар сделали. Короче, она все равно недовольная стоит. Считалочка, короче, нас подвела. Да, очень жестко. Ну ладно. Так, или быть может... Слушай, а я вот я лоханулся. Я стою вот в этом ангаре, короче, а монетка нарисована на этом. Хотя она сама тут стоит между нами. Ну, блин, скорее всего, да. Скорее всего, надо было сразу дуть сюда. Так, ладно, эту штуку мы ставим. Нам по-любому придется лезть на крышу. Давайте сейчас зайдем сразу внутрь. Опен. И начинаем быстренько все здесь это переделывать. Да нет, с другой стороны, ребята, на самом деле ничего сверхсложного здесь в этом не вижу. Ну, в плане того, что здесь быстренько все это... Блин. Ну да, здесь тем более один ярус только. В одну сторону, точнее. Поэтому мы все это с вами тут сделаем. Быть может, что-то действительно она нам подгонит. И это единственное, что... кроме Social Point, Harvest... Harvest. Харвестер? Ё-моё, она нам Харвестер отдаст. Ёперный теремок. И 100 социал поинтов. Господи, да я тебе, бабка, тут все, короче, сейчас сделаю. И вылежу во всех смыслах этого слова. Ты что, за Харвестер? Изи. Я только сейчас увидел, короче. Харвестер. За Харвестер, конечно, можно. За Харвестер, конечно, я бы сказал, даже нужно это делать. Я готов даже тот пойти перекрасить, если надо. Я могу тут покрасить любого другого цвета сделать. Только скажи. Так, и здесь мы тоже тебе все сделаем по-хорошему, конечно же. Это будет лучше твой ангар. Давай, ой, этот ангар. Слушай, у тебя еще есть дома проблема? Да не проблема. Для дяди Сережи это вообще не проблема. Давай сюда. Но нет, стоп. Я разогнался, конечно, да, за старый ржавый харвестер. Еще и дом ей слепить надо. А вдруг оно что-то нам еще подкинет? А я ей тут хрязь уже все сделаю. Нет. Бабка, меня не обманешь. Мое желание помогать людям, это, конечно, хорошее желание, поощряется, но не настолько, да? Я подожду еще твоей просьбы. Ну, а как расплатиться со мной, я думаю, ты уже будешь сама знать. Так, ну что, остались вот здесь еще у нас, да? Блин, застрял. Шикарно. Отлично. Ну, бонусом давай себе здесь тоже что-нибудь сделаю. Несложно. Так, дальше. Слушай, она... А если мы предположим... с другой стороны... Я смотрю, она просто через одну пробивается, да? Так, давайте здесь по красоте ее все сделаем тоже, чтобы уж
по-человечески все было, да? Готово. Блин, ну здесь, конечно, у тебя при входе бабуля не очень, но... Говорится, по старой дружбе, почему нет? Так. Вот здесь я еще плохо, да? Шикардос. И погнали, погнали, погнали на самый-самый верх. А, слушай, а мы как раз и здесь сразу все сделаем. А, надо было тогда там при входе то же самое перекрасить. Чтоб там туда не возвращаться. Ну ладно. Сначала вот так по перекрестиям пройдемся. Отлично. Так. Заметили, когда в перекрестие бьешь вот сюда, сразу и на окно идет, и на всю раму целиком. То есть не надо отдельно окна перекрашивать. Вот эти открывающиеся, да? То есть сокращаем саму себе работу. То есть здесь надо вот так, такие лайфхаки небольшие искать. Кстати, что искать? Я вот вам, пожалуйста, я вот вам нашел. Кто играет, кто собирает, знаете теперь. Так, и сюда. Все. Ну, типа того. Ну, здесь так себе. В принципе, пофигу, да? Так, и давай здесь тогда собру. Эти с этой стороны сейчас сюда делаем. Отлично. Так, ну что? Принимай работу, бабуля. Да. В смысле, что нет? Что не так? Убрать лестницу? Не проблема. Я даже тебе вот это по-братски еще сделаю. Залеплю. Тут дырявый твой гараж, короче, нахер тут никому не упал. Ну давай. Слишком много ты от меня хочешь. А то за отдельную плату. We'll в смысле, стоп. Ага. Так. Еще и сарай ты хочешь. То есть ты, короче, меня заманил одним. А в итоге, короче, хочешь, еще тебе и сарай сделал. Не, бабка, ну ты, короче, жестишь. Крайне жестишь. Не надо мне было, короче, начинать, короче, да, походу, ничего с ней делать здесь. Меня просто разводят. Меня жестко эксплуатирует бабка. Как бы это жестко не звучало. Так, ну ладно, здесь у нее с крышей. А, ну с крышей там проблемы тоже, да, у нее? Отлично. У тебя вообще хоть харвестер-то твой этот, на ходу, блин. Мне вообще придется миллион в него вгрохать, чтобы он вообще хоть поехал отсюда. Я, кстати, на тракторе приехал, блин, неудобненько, да? Надо будет эвакуаторку не заказать, что ли, или там тралк для перевозки. Мое, что за ангары здесь все такие, я вообще не понимаю. Какие-то здесь еще хал какой-то тут живет, что хера ли это все так раздолбано у тебя. Вроде сама тут находишься, всяких проблем нету. Так, а что у нас отсюда? Угу. Нам не забраться. Так, для проветривания я тебя тут открою. Так, где у нас лестницу можно поставить? Вот здесь, да? Отлично. Стоп. Битум? Серьезно? Нормально. Так, а здесь нету его. Как-то через раз вот он у нас. Очень странно. Нет, надо магазин все-таки найти. Где-то я в Яндексе ну, смотрел, короче. Блин, стопудово еще захочет, чтобы я ей курятники сделал. Прям вангую. Прям вангую. Так, и здесь осталось. Хотя курятник там что-то не делается, не сложно, там маленькая вся площадь. Потом, когда будем уже закупать материалы, если будет выбор цветов, уже будем сами вместе выбирать. Заранее будет за одну серию. Будем делать выбор цвета, а на следующей серии будем уже делать. Будем класть на крышу, там и все остальные. Всякие кровельные и все остальные. Прибомбасы. Так. Готово. Ну, удиви меня. А, нет, слушай.
Фенхаус. Это Фенхаус у нас же. Ну, я так и сказал, да, она просто жестко, короче, нас эксплуатирует. Она хочет, чтобы мы ей тут все сделали. О, блядь. Ну, ладно. Так, это готово. Не, ну здесь маленькая площадь, конечно, да, здесь не проблема. А с другой стороны, она не только наша соседка, она еще и наша конкурентка. У нас же такие же сами здания находятся, да, постройки. Получается, она то же самое будет, то же, что и мы делать. А быть может, что она будет депинговать цены. Бля, это будет фейл, это будет крайний фейл. Мне да придется, короче, этот гвоздами прийти эту бабку, но вы поняли. В курятник ее в этот засунуть, короче, и приколотить куда-нибудь. Джанет. Надеюсь, она не сделает такой ошибки. А то мы заставим ее и крышу, короче, разберем до кучи. Протечет чердак у бабки. Да. Какие-то садистские темы пошли. Ладно, не будем про них. Мы будем верить в доброту и адекватность этой бабули. Хотя, что-то надо... Ну, немножко уже не показывать свою адекватность из-за огромного количества просьб. Что тут ей надо сделать? Ну все, по-моему, пошли крыша, да? Момент истины. Че? А, еще забор надо, да? Серьезно? Ну ладно, давай. Ну. Так, этот курятник почти готов. Двери есть еще, у меня нету. Поэтому, извини, я тут тебе их не поставлю. Так. И последний. Ура. Ура. Все, пошли к ней, наконец-таки. Больше нас она не смеет эксплуатировать. Кстати, по-любому нам пришлось бы этот ангар переделать. Вы этого, я надеюсь, уже поняли, поэтому... То, что мы его сделали, это хорошо. Janet, the job's all done. That's fantastic. Охеренно, я бы сказал даже. I can also sell you the seedlings cheaper if you wish. Так, отлично. У нас теперь с вами есть еще комбайн. Так. Господи, ну почему? Он еще и без кабины, но это пипец. Надо теперь это все дело сюда перевести, получается, да? Во. Что, что-нибудь собрать или может тут нет? Попробовать ради интереса. Так, а как он включается, интересно? Ага. Во. Шикарно. Только еще надо, куда я могу все дело собирать. По топливу заправлено на 100%. Слушай, ну нормально, нормально. У нас теперь появилась еще новая техника. Надо будет ее идти обкатать. Да. Так, ребятки, ну что, я думаю, на этом моменте мы с вами и тормознем наше прохождение. Вот такое, короче, у нас сегодня получилось с вами неплохое приключение. Еще и техникой разжились. Я тут пока всю технику перегоню обратно на базу, а потом уже с вами в следующих сериях с вами увидимся. А ждешь продолжения? Не забывай подписаться на канал и поставить ролику лайкосик. А с вами был Сережа Плей. Всех люблю, до новых встреч, всем пока.